одной из проблем, которая мешает продвижению и реализации наших полномочий, это, значит, отсутствие должного диалога на уровне исполнительной власти региона и исполнительной власти в центре. Вот ту площадку для диалога, которую мы сформировали на уровне парламента, она, скажем так, вяло в текущем режиме, ну, даст Бог, результаты будут. Я думаю, все-таки не мытьем, так катанием, все равно мы будем добиваться своих целей. Вот точно такая же работа, платформа должна быть сформирована на уровне исполнительной власти между центром и регионом, чтобы на уровне подготовки проектов, законов, можно было бы учесть некоторые моменты. Плюс ко всему, есть много нормативных актов, которые принимаются в министерствах и в самом правительстве, а площадки для диалога нету. Что-то не понимаешь, разве не в Гагаузии проходило совместное заседание правительства и исполкома? Ну а что это разве было? Башкан является членом правительства? Все правильно. Это было выездное заседание. Башкан тоже действительно является членом правительства. Это одна из возможностей отстаивать наши полномочия. Но вы должны тоже понимать, что у Башкана много обязанностей и много задач. И в этой связи нам нужно тоже думать о том, как выстроить более эффективную возможность на том уровне. Я считаю, что Башкан Гагаузии должен иметь у себя в Кишиневе аппарат, кабинет Башкана. Там 2-3 человека, которые бы, занимались полным анализом тех нормативных документов, которые готовятся на рассмотрение. А что мешает сегодня, простите, Башкану Гагаузии иметь этих людей? Ну, ничего, там? Это должно быть понимание между ветвями власти. То есть Народное собрание должно внести соответствующие изменения.